Накануне одного из главных российских праздников самые теплые поздравления, конечно же, звучат в адрес ветеранов. 7 мая, в преддверии Дня Победы, ветеранов Великой Отечественной войны города Калача-на-Дону, вдов погибших участников войны, тружеников тыла и детей военного Сталинграда поздравили с этим великим праздником глава калачевского городского поселения Денис Владимирович Сарычев и его заместители Юрий Александрович Рукосуев и Михаил Михайлович Горин. От лица руководства города Калача-на-Дону, депутатов Калачевской городской думы и всех калачевцев выразили искреннюю благодарность ветеранам Владимиру Сергеевичу Павлушкину, Глазину Петру Ивановичу, Степану Ивановичу Кожемякину, Турченкову Михаилу Петровичу, Камышанову Ивану Киреевичу, Золотухиной Лидии Ивановне, Чебаковой Александре Дмитриевне и многим другим. Пожелали всем крепкого здоровья, любви и внимания близких, уважения окружающих. Вручили им подарки и памятные письма. Женщинам были вручены праздничные цветы. В преддверии праздника, такого замечательного Дня Победы, 76-й годовщины, вот от лица администрации городского поселения, от депутатов Калачевской городской думы, позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, поблагодарить вас за ваш вклад, который вы внесли в свое время, чтобы этот праздник был для всех действительно праздником. От всей души, от всего сердца пожелать вам долгих-долгих лет жизни, здоровья, ну и побольше хорошего настроения. Спасибо. На память подарить спасибо. Символическую открытку с Днем Победы. Спасибо. Ну и небольшой презент. Фронтовики с большой радостью встретили гостей, которые соблюдали все необходимые меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса. Ветераны вспоминали военное прошлое, поделились новостями из своей жизни и поблагодарили за внимание и поздравления. Спасибо вам, большое спасибо вам. Что не забываете и поздравляете.